Я расскажу о нашем проекте, который называется «Дом винила». Как любой коммерческий проект, «Дом винила» должен зарабатывать деньги для оплаты аренды, оплаты налогов, которые в нашей стране, слава богу, не очень большие. Но прежде всего хочется сказать о том, что главная миссия «Дома винила» – это популяризация музыкального наследия прошлого века. Ну и нынешнего тоже. Цифра – это фотография звука, его копия, которая никогда не может быть лучше оригинала. Можно пойти в музей, в Эрмитаж, посмотреть на картину. А можно не терять время и на выходе купить фотоальбом с репродукциями. Вот эти репродукции – это цифра. Это то, что мы слушаем в наушниках, то, что мы слушаем на компакт-дисках и прочее. Винил – это аналоговый звук. В нем присутствуют гармоники, которые невозможно услышать при цифровом сведении. Но действительно бытует такое мнение, что винил, увлечение винилом – это удел богатых чудаков. На самом деле это, конечно, не так. Хотя определенные моменты здесь присутствуют. На самом деле винил сейчас очень доступен. Он продается практически в любых магазинах. И позволить себе пластинки могут даже студенты. Винил сегодня переживает бум, революцию, я бы даже сказал. Поэтому так активно молодежь вовлекается в этот процесс, что практически любой артист современный, даже начинающий, всегда имеет релиз на виниле своего нового творения. В любом случае винил звучит лучше, чем цифра, даже если это самая суперсовременная запись. Для винила, во-первых, делается специальный виниловый ремастеринг. Обязательно. Никогда тупо цифра не переносится на виниловую пластинку. И любая, самая цифровая, самая современная, самая электронная, самая диджейская музыка на виниле играет все равно лучше. Именно поэтому все мировые диджеи играют музыку с винила. Выбирать пластинки очень просто. Современных артистов, новые издания, просто покупайте то, что вам доступно по цене. Потому что есть, конечно, лимитированные издания, которые уже изначально придуманы для коллекционеров. Но в основном все издания одинаковые. Поэтому вы просто идете и покупаете пластинку. А если вы докопались до истины, до истоков и хотите слушать музыку старую в оригинальном исполнении, тогда на помощь приду я. Приходите в Дом винила, и я вам расскажу, как и что нужно сделать для того, чтобы слушать оригинальные издания.